Сколько стоит? Сколько это Ламборгини? Не понял. Сколько стоит кабриолет нам ездить? По цене можно? По цене. А у меня что стоит? Какой город? Москву ставим, потому что, ну, в Москве, наверное. Так, и смотрим сортировка по возрастанию. 300 тысяч! Ебать! Сюда! Да ну! Да ну какая, бля! Ну она двухместная, ребята, блядь, не подходит. А не, она четырехместная, ну там хуй сзади посидишь. Не подходит. Хайп, конечно, но не подходит. Геометро. Пиздец. Геометро. Так, 400 тысяч уже началось. Почалось, блядь. О! Да ну! Еба! По 100 тысяч закинуться, да? И вот она ваша, вся гнилая. Неважно. Смотри, какой хайп за то двери. Да ну. Крутая, да? Так, еще что есть? Smart Roadster. Не работает. Honda. Honda хайпово выглядит, слушайте. Ебать, Honda хайпово выглядит. Ебать. Она не кабриолет. А, еще и праворульная. Представьте Тоху вот в смарте, блядь. О, Пежо-то, Пежо. Ну, сзади места мало. Ну там вообще хуй сядешь, мне только спереди ездить. Сзади вот Максим и Илья самые маленькие. Надо на Авито посмотреть. Ну, на Авито, наверное, вот сейчас будет. Так, ух, Кадиллак, блядь. Не, надо по цене. Где по цене? Сортировка. По возрастанию. 100 тысяч! Фиат Пунто! 300 тысяч. Ебать. Пунто, блядь. Ну, это сильно, чё. Спасибо. ПТС, оригинал, все нормально. Ебать. Ну, так-то Пунто. Opel Astra. Вот она большая, кстати, смотри. Богдан продает. Богдан. Богданчик. Она большая. Смотри, тут все влезут. Все влезут. Сейчас не сезон. Как раз купить сейчас, скинуться и все. И поехали. Чтоб до лета. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ну, представьте, блядь. Это гонка, блядь. Ford Escort. Кто, я Escort? Бля, ну это уже, ну, такие дорогие вариантики. BMW! Битый, блядь. Camaro! Ля! Ебать! Ля, сука! Ля, блядь! Антон будет как сутенер в этом Камаро сидеть. Я себе... 750 тысяч. Ну что-то много уже. У нас нет столько денег. Что так дорого стоят кабриолеты, блядь? Это что? Сталина машина, блядь. Ебать, а где тут кабриолет? Да реально, 1900... Подожди, какого на года? 1938-й, блядь! Ну это Макс, блядь, на такой ездить только. Оцени кабриолет. Девятьсот пятьдесят тысяч, блядь! За что? Что так много, блядь?
Не, ну таз, конечно, радует глаз, что-то дорого. Дороговато будет. Вот эта машина, это, конечно, вообще 1938, блядь. Бля, короче, вот есть у кого в семье кабриолет? Продайте за 100 тысяч. Даже сейчас куплю. Готовы? Мерседес! Ебаться! Ебаться, блядь, Мерседес, нахуй. Вот это уже хайп, это уже на богатом что-то. А если мы сделаем стримхату, вы там нам задонатите на вот такой кабриолет? Ебать! Ля, тварь! Ля, тварь! Купите дешевую машину и отпилите у нее крышу. Блять! Ну это, конечно, вариант, но, блять. Но это же она будет... О! О! Ля! Ебать! Ох! Фары слепят, бля. Покупай. Да я не умею, блядь, не автомат водить. И 34 года. И что ты? Посмотри, как она выглядит охуенно, блядь. Посмотри, блядь. Пиздец, вот это машина. Бля, у меня игрушка была такая в детстве с этим Лексусом. О! Бля, прикиньте, вот мы под вот этот трек. Вот на этой, вот это, на этой, бля, лайбе, нахуй. Ебать! Прям чувствуется, блядь, да? Пафосность, ебать. Ебать. Как будто фотки прямо из 90-х, блядь. Он 93-го года, Мерседес. Ебать. Найс, блядь. На машине есть ограничения, решаемо. Ебать, она в 90-х там, это самое, блядь. Темки были, блядь. Нихуя себе. Темщики, блядь, ездили нахуй на ней. Ебать. Ну это уже дорого, да, блядь, дорого. А Жигу сколько стоит купить? 8 тысяч объявлений. Так, вот, 1000 рублей! Ребят, за косарь забираем, блядь. Нихуя. За косарик-то, ебать, забираем вот такую. Крышу пилим, все. Бля, можно, ну, связаться с владельцем? Я прям сейчас куплю, блядь. Полный разбор, блядь, это на разбор. Во, вот это уже... Ебать, приору, блядь. О, нет, не приора, блядь. А где приора? Наебалово? А чё за наебалово? Тут уже крыша спилена, смотри, блядь. Найс, блядь. Пионер, блядь. Это Артуру Фёрстфиллу вместо этой самой, вместо доски диджейской, нахуй. Вот пионер, блядь. На шабаш, нахуй, на завтра, блядь. Говновоз, блядь. Ой, блядь. Говновоз купить. Тут на прокат есть кабрик. Ебать! А это можно там рулить? Бля, это вообще имба, 3000 за день всего. Водитель... А, блядь, там есть водитель. Не, это хуйня. Там водитель есть, блядь, это хуйня. Злаковый батончик.
Блять. Так, надо вот плюс-минус живой вариант, блять. АК. Блять, надо живую какую-то найти, плюс-минус хотя бы, ну, чтобы крышу спилить, блять. Вон, надо вот сюда где-то, 70 тысяч. Ля, блять. Десятку. Или семеру. А долго, дорого стоит крышу спилить, блять. Просто вот на эту машину смотришь, уёбок. Просто подпись «Уёбок». Туся, блядь! Туся, кто? Какая нахуй Туся, блядь? Ну вот, кстати, смотри, пятерка. Во, смотри. Блядь. Ну что-то она, ну, пожила, блядь. Не, надо... ладно, надо ставить... Ну, 1150, вот как тогда. Мы соберем 150 тысяч? Я думаю, да. На стримхате, если. Вот если ее делать летом. 150 тысяч на какую-нибудь... Блять! А можете мне поскидывать объявления смешные всякие с это самое, с машинами? Давайте посмотрим. Ну-ка вон. Блять! Ну, чё, ну поехали, блять. Чё, 500 рублей, нормально. Мне уже задонатили сегодня на нее, блядь. Что за мразь, блядь? Нихуя себе. Да что такое вообще, блядь? Охуенный кабриолет. Трансформер? Ебать. Оптимус Прайм, нахуй. Пиздос. Ну лодка, бля, ебаная. Куда поплыли-то, блядь? Так, вон еще что-то скинули. Бля, почему они все выглядят вот как чертилы какие-то, блядь? Что это, блядь? Зато смотри, можно вот тут возить всех сзади. А? Сколько стоит? 250 тысяч. Ебать багажник! Алло, сюда все влезут нахуй! Нормально. Охуенно. Порш Каен за 1000 рублей! Блять, нет. Не подходит. Рубль! Рубль будет! Машина на разбор. Блять, за рубль? Ну так-то нормально. Блять. Ну это что-то сильно, пиздец. Это что-то вообще разъебучий какой-то, блять. Так. Ка нахуй стиральная машина, блять. Просто по таблу дали нахуй. Ну чтобы не выебывался, блять. Нормально. Чтобы не пиздел лишнего, блять. Плюс. Ля! Сколько? 2,5 миллиона, блядь? Продаю свою ласточку. Есть музыка на 100 тысяч рублей. Ты вообще ебанутый, 2,5 миллиона, блядь, Андрей, нахуй. Ой-ой. BMW X5, ребята. Ну, походу, вариантик. 3 миллиона, блядь. А все равно 3 миллиона стоит, блядь. Блять. А где сидеть, блять, вот тут? Бля, сильно. Так. Москвич, ну тут что, нормально, 30 тысяч, блять. Нормально. Ебать.
Ебать! Друзья, ну такой можно ездить по городу? В работоспособном состоянии. Друзья, ну это можно ездить? Реально, блядь? Нельзя же, наверное. Пиздец. Да, блядь! О! Блядь, ну то... Нихуя! Это что такое за бомба, блядь? Ракета-бомба-петарда, блядь. Ля, нахуй. Ля, блядь. Пиздец, тут просто, ну, порево, нахуй, устраивать, блядь. Нормально. Так, вот имба. Ну, это уже гниение, это после, блядь, крокодила, нахуй. Вот человек вот так выглядит, блядь. Пиздец! Ну, это повышенное настроение. Лицо держи выше, как говорится, блядь. Берите на ебан хату лимузин. Нахуя, блядь, он с водителем будет. Танк под пиво. А, в него пиво надо? А, в... а, блядь, вот сюда бутылки пива. Пиздос. Блядь. Что с ней, блядь? Пиздос. БУ! БУ, блядь! Схуяли БУ! Ой! Ебать, ты что скинул-то, блядь? Ой-ой-ой, блядь, скотина какая, нахуй. Блядь, хорошая, блядь. Настоящий кабрик. Так. Блядь, у меня... Блядь, ну что за пиздец? Это для кого, блядь? Спасибо, купюра. Ебать, стримерское кресло, нахуй, смотри, блядь. Найс. А чё, удобно, блядь? Пиздец халява. Обсираться вот хоррор, блядь. О-о-о! Ебать! Пиздец салону, конечно. Ебать. Ну, приличный аппарат. Так. О как. Это тренажер для ног? Что это такое, блядь? Да вот крутить педали, блядь. Охуеть. Спасибо, блядь. Контактное лицо комнатенок. Охуеть. Пиздец. Бля, у меня таких денег в жизни никогда не будет за все время, блядь. Прокат! Это на рампу выехать, ебать, во двор. Что это, блядь? Прокат, блядь. И назад? Это сразу агрессия чувствуется, да, блядь? А, нахуй. Все, блядь. Сразу прям так, блядь. Ч
что, ебанутый вообще, блядь? Миллиард 120 миллионов. У Криштиану Роналду есть такая, блядь. Жалко, он мне не подарит. Два ляма, нахуй. Берем? На стрим. Найс. Центр Москвы выехать, блядь. Ебать, это что за аппаратик? Амфибия? А почему флаг перевернутый, блядь? Фрик, что ли, нахуй? Что? Ебать! Это в GTA прописать, блядь, чтобы у тебя машина ехала. GTA Vice City, блядь. Куда хуяришь? Бля, они как будто нейросетью, да, сгенерированы, блядь. Ля какая, нихуя, сколько? 500 тысяч. Ну, не так много. Спасибо большое, блядь. Швейная машина, блядь. Ламборгини за 25 тысяч. Да, блядь, какая ладушка! О! Банан! Боинг, блядь. Пиздос. Ну, на мне где этот банан, блядь? Аж два, реально два. В автобусе бабка не хотела место уступать, блядь. Ну и забрала нахуй домой, блядь, чё. А чё? Пасхалку. Альфа Ромео, блядь. Так. Ебать! Второй этаж. Водительское удостоверение, блядь. Мне кажется, вот такое и будет. Вот с этой моей фотографией с паспорта, блядь, вот которую я вам показывал. У меня на правах эта же фотка будет, блядь. Что, блядь? Что такое, нахуй? О! Берем сельскохозяйственный бизнес. А давайте переквалифицируемся. Вы школьников в моих работников, а я хозяин фермы. Поля вот эти собирать. Кто зарейдил? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Как сам педа, пшеницу. Я подумал, идеальная, блядь. Блять, серьезно, нахуй? Поэтому в скобочках Канада на... Блять. Вот мне иногда, нахуй, вот это вот, блять, ебанутый креатив поражает, блять. Ну вот, ну... Нихуя, тип. Ну это, блять, ну это Сережа, нахуй. Норм машина. Ля! 20 тысяч? А чё так мало? Ебать, он же хорошо выглядит. А чё так мало? А, два москвича, цена за 1 миллион 700 тысяч. А, нихуя себе, блядь. Иди-ка ты в пизду, блядь. Наебалово. Что с ним, блядь? Что это, блядь? Как это, блядь? Можешь купить, нахуй, чтобы, ну, подтвердить статус ВБ-монстра, блядь. Просто чтобы у меня пункт был сзади, блядь, висел нахуй на фоне, блядь. Не, я ебал, это бесплатная реклама будет, блядь. Пусть сосут. Комбайн класс. Комбайн. Дурак, сука.
бочонок ебаный. Пиздец. Не, хуйня, Тесла говно. Блять! Знаете, как фоткаются, блядь, в этом, в сериалах, когда преступник, типа, этот самый, преступника фоткают в профиль и в анфас, блядь. Ну вот, пожалуйста, нахуй. Так, все, ладно. Что-то я, блядь...